милые те пастушки в кудряшках, что под сенью заплаканной ивы с томным видом поют о барашках и глазами стреляют красиво. Так стреляют, что сердце мужское тук-тук-тук, бух-бух-бух, трали-вали. И рождается в мыслях такое, что пропеть можно лишь в пасторадах. Вот иди, моя пастушка, иди ко мне, моя резвушка. А вот и ты, мой пастушочек, иду к тебе я, мой дружочек. Мы снова вместе, ты и я, среди баранов и овечек. Луковка моя, да, мой любимый огуречек. Песен, и завтра встретимся мы снова. О, мой бычок, моя корова, мы будем вместе, ты и я, и я. Среди баранов и овечек. До завтра, звездочка моя, да. Обратите внимание, что это отдельные фрагменты из разных спектаклей. Балет – это когда актеры ходят на цыпочках, чтобы не разбудить зрителей. Николай Пащенко. Thank you.
экономьте умственную энергию, берегите силы для оптимизма. Геннадий Малкин. Наступает ночь, шум и радостно приветствует послов. Злые духи отсыпаться улетают прочь, тирадати в небе весело поет. Хватит греться, сидя у костра, шум не качевать пора. Овладеть должны скорее мы передовым, земледелием посечно-огневым, земледелием посечно-огневым. В весенних джунглях цветут деревья, и страстно динозавр мычит. От этих звуков в душе теплее, в крови какой-то атовизм бурлит. Но все бурления и потепления работе не должны мешать. Должна собрать ты мешок коренья, а после можешь, если хочешь, помешать. Человечеству с рождения выпала судьба, объявляя природе повсеместно бой. Отгоняем мы ее все дальше от себя, заменяя окружающей средой. Не спасует, ведь не перед чем наш здоровый организм. И пусть мозг у нас пока развился не совсем, безграничен первобытный оптимизм. Эй! Безграничен первобытный оптимизм. Эй! Безграничен первобытный оптимизм. Да наше племя, да если вместе способно многое совершить. Устроить яму на ровном месте, насыпать горы, а потом срыть. О чем угодно, с природы слоя, готовы все мы изменить. На месте джунглей найдем мы море, а там, где море, можем джунглей посадить. Валай-валай-ва, 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 валай-валай-ва. Все мужики нисколько не похожи на милых дам. Причин тому не счесть, у них мощнее растительность на коже. Они гораздо больше могут съесть. У них на дециметр длиннее руки, им не страшны ни крысы, ни жуки. Не для того, чтоб мы не знали скуки, на баб так не похожи мужики. Деревни наши завсегда рождаются красавицы. Что тебе не нравится, такие парни хоть куда. А этой, видишь, не нравится. Послушай, Маня, не ваши. Гляди, веду на улице, такой изысканный мужик. Эстеты просто умница, такой изысканный мужик. И ведь ничейный умница, а помнишь, есть еще Борис. Веселый прямо светится, а что косит налево вниз, так это нынче лечится. Косит Борис налево вниз, но это нынче лечится. А как Захарушка силен, моет мотор тамазовый, стащить и где-то спрятать он. Причем не одна и спрятать он, причем не одноразово. Короче, выбор так велик, куда ни плюнь,
жемчужина, могучий светил наш мужик, и потому так нужен нам пригожий светил наш мужик. От завтрака до ужина. Могут согреться даже в самый лютый холод. Не умеющие вынуждены всегда довольствоваться случайным теплом чужого костра. Дина, Дина. Thank you.
могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос. Франсуа де Ларуш-Фуко. Коллеги, и в двух сапогах совсем не то, не то, что в одном. Чем быть в одном, так лучше уж совсем босиком. Чем быть в одном, так лучше уж совсем босиком. Два сапога совсем не то, что пара сапог. Вы знаете, что два сапога быть могут на одну лишь из ног. Два сапога совсем не то, что пара сапог. Вы знаете, что два сапога быть могут на одну лишь из ног. Правый сапог совсем не то, что левый сапог. Правый сапог вложить и левый вряд ли бы смог. Левый сапог совсем не то, что правый сапог. Вы знаете, что в левый сапог вложить ты правый вряд ли бы смог. Пара сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, не вот потому сапог всегда мы пару берем. Пара сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, не вот потому сапог всегда мы пару берем. Пара сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, не вот потому сапог всегда мы пару берем. Пара сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, и вот потому сапог всегда мы пару берем. А в паре сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, и вот потому сапог всегда мы пару берем. А в паре сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, и вот потому сапог всегда мы пару берем. А в паре сапог совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, и вот потому сапог всегда мы пару берем. А парь, сапог, совсем не то, не то, что в одном. Вы знаете, не то, потому. Милые на выданье девицы, для мужчин опасны как торнадо. Хошь не хошь, а вынудит жениться. Что поделать, им ведь очень надо. И мужчина нужен в самом деле. Ведь у них душа, голоса и ноги. Вы бы тоже замуж захотели, если были бы так же одиноки. Игра все парами вокруг. Викон с подругой у графини друг. И даже мой стареющий отец на склоне лет решил по мере сил сбегать под венец. Ну за что, скажите? Я страдать должна, все вокруг по парам, я всегда одна. Я одна сгораю, таю, как свеча, мне так не хватает сильного плеча. Идут года, а я одна, за что и почему? Ведь я кому-то так нужна, ах, если б знать кому. Вам, наверное, тоже хочется тепла. Вы бы намекнули, я бы помогла. Женщины декоративный пол, им не о чем говорить, но все, что они скажут, очаровательно. Оскар Вальд. Здравствуй, миленький дружочек, эту пару теплых строчек я пишу тебе в надежде нам взаимный интерес. Для высокой этой цели есть у нас одна неделя,
а всего одна неделя. Так что времени в обрез. Щечки вот эти, будто свежий пион. Зубки вот эти, белизны эталон. Замечательные ушки. И веселые веснушки. И наивные глаза. Напишу еще немножко про реснички, про ножки, и про милые кудряшки, и про носик, и про бровь. Впрочем, нет, про нос не нужно, ведь у нас всего лишь дружба, просто искренняя дружба, а не глупая любовь. Все говорят, я еще ничего. Я без ВП пишу ПВО. Замечательные ушки, и веселые веснушки, и наивные глаза. И наивные глаза. Вспоминаешь, что все мы сумасшедшие, странная жизнь исчезает, и все становится понятно. Марк Твен. Кантата о счастье. Полы мы
на четыре как бы камеры по предсердию с двух сторон. И тоже луточка туда-сюда. У нас орган великолепный есть, в нем зреют мужество, ум и честь. Он гонит по организму кровь и дарит любовь, и дарит любовь, и дарит любовь. И перекарди ему тепло, а тот последний грудной укрылся полностью. Весит четверть всего кило и дециметр в поперечнике. В нас орган великолепный есть, в нем зреют мужество, ум и честь. Он гонит по организму кровь и дарит любовь, и дарит любовь, и дарит любовь. 60 или больше раз в минуту он сокращается ритмически, чтобы кровь обращалась в нас, сменялись систола, диастолу. В нас орган великолепный есть, в нем зреют мужество, ум и честь. Он гонит по организму кровь и дарит любовь, и дарит любовь, и дарит любовь. Управляется орган наш механизмом и нервом моральными. Ну а если какой пассаж, то миокарду в перикарде гроб. Нас орган великолепный есть, в нем зреют мужество, ум и честь. Он гонит по организму кровь и дарит любовь, и дарит любовь, и дарит. Мужчина готов все это принять. Александр Кумор. Валенки, валенки, ой, да не подшит без старенький. Нельзя валенки носить, не в чем к милому ходить. Валенки, валенки, ой, да не подшит ты старенький. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. Не ходи на тот конец, не носи девка колец. Валенки, валенки, ой, да не подшит ты старенький. Суди люди, суди Бог, как же я любила. По морозу, по снегом, сверкнули и сгорели, осветив мир. Наполеон Бонапарт. Счастлив поверить друзьям вашим простым словам. Мне умереть никак нельзя, если я нужен вам. Скорей вперед, душа поет о том, что хочет дело скорее. Забируем на просторе то, что дается. Мы проживем не зря.
виноват. В обществе этого молодого человека вы получите не только приятные эмоции, но и жаркий поцелуй. Конечно, если он этого пожелает. Вячеслав Полкомов. Превзойденная шальная императрица нашего небольшого театра, великолепная леди с великолепным вкусом, Анастасия Куценко. Когда смотришь в глаза этого человека, в эти ясные голубые глаза, забываешь все плохое, что случилось в твоей жизни. Эти глаза принадлежат Полине Пашвыкиной. Самых звонких, миниатюрных и утонченных людей нашего коллектива. Ярослава Перетятко. Я долго думала, что можно сказать об этом человеке. И сегодня я решила спросить, ребята, а как можно по-другому назвать педагога по вокалу? Он так встал и сказал, так это же я. Ну вот, педагог по вокалу оперы Матфака, а еще обладатель прекрасного оперного голоса Святослав Трешин. Вам когда-нибудь хотелось научиться петь и танцевать? Хотелось. И попади вы Марине Беловой, сегодня немножко похожей на Харлика. Вам бы очень в первую минуту захотелось бы этому научиться, потому что так, как это делает Марина, это мало кто делает. Человек, с которым даже табуретка танцует грациозно. Потрясающе, Олег Гущин. Я не могу говорить про человека, когда он стоит далеко. Эта девушка, Анастасия Семашкова, прекрасный человек, души необычайной. Умеет гладить, умеет вкусно готовить. Сейчас предложу сделать. Я больше нас. Хорошо поет, слышит, а танцует тоже. В общем, шикарная девушка. Если кому понравилось, у меня есть номер телефона. Когда я была мелким карапузом оперским, я увидела ее и поняла, что я хочу быть такой, как она. Когда она поет, я остаюсь наедине с собой и своими мурашками по коже. И когда она идет, от нее такие потоки нежности становятся. Тепло. В общем, про этого тепло человечка чудо Лиза Быдова. Красиво, грациозно, не побоюсь этого слова, обворожительно. Иногда в танце она чересчур сильно двигает бедрами, но это нам всем даже очень нравится. Девушка с прекрасным сказочным именем Василиса Толкачева. Человек, которому ты проникаешься доверием буквально с первой минуты даже прослушивания, не то что репетиций. Наверное, один из самых спокойных людей из тех, кого я знаю. По крайней мере, не при мне. Самый заметный и самый замечательный для некоторых людей.
Я буду говорить про девушку. Спортсменка. Танцорк. Кто там еще? Комсомолк. Это просто красивая, очаровательная девушка. Дашенька Карелина. Девушка, с которой можно не только долго говорить, но и долго петь. Александра Завьялова. Простите, Александр Бублик. Она просто не знала, что... Почему не звали? Это... Я не знаю, как назвать, женщина, девушка, великолепный человек, шикарный друг. На нее можно всегда положиться. Иногда она, конечно, кричит, ругается, но это так замечательно, так великолепно. Не сочтите меня садистом. Время захитрено, говорю. Просто на нее всегда можно положиться, всегда к ней прийти, поговорить по душам, если вы ей очень понравились. Если вы ей очень не понравились, тоже можно поговорить по душам, вы этого не заметите. Просто шикарный человек, и к тому же по совместительству еще художественный руководитель оперы «Матфака» Елена Викторовна Шумара. Бороться с ленивыми, отстающими танцорами, ставить и держать дисциплину и ставить танцы. Так случилось, что сегодня вы среди выступающих не видели
Алену, которая на самом деле была когда-то Николова, а теперь Максимова.